потому что возникает много там домыслов или вопросов. Сегодня на счет городского совета зашли деньги от Европейского союза в размере 11 261 000 и 161 тысяча евро. Это деньги в виде первого транша, предназначенные для реконструкции двух общежитий, планированных как такое благоустроенное жилье для переселенцев, как приезжих, так и внутренних лиц, потерявших жилье. Сейчас создана рабочая группа, в нее включены как представители городского совета, так и общественных организаций. В четверг уже будет первое заседание. И для реализации этого проекта, вот это очень важно, потому что у нас, я еще раз подчеркиваю, все делается открыто. И кроме того, что оно делается открыто, все-таки есть нехватка кадров. Объявлены две вакансии. Это менеджер проекта и инженер проекта. То есть в течение двух недель подавайте свои резюме в 212-ю комнату. Эти ставки будут финансироваться за счет вот этих денег Евросоюза на основе гражданско-правового договора. Менеджер проекта должен иметь высшее образование, экономическое, юридическое и техническое. Тут не суть так важно. Главное, чтобы он свободно владел английским языком и имел опыт работы с международными организациями в виде оказания технической помощи. То есть, чтобы он работал с этими грантами. Тут я вижу наибольшую проблему, но опять же обращаюсь, возможно, к нашей молодежи или к среднему поколению. Если у нас есть такие специалисты, прошу вас приносить свои резюме. Это не вакансии, это конкурсный отбор резюме. Комиссия будет заседать и на основании этих резюме отберет наиболее подходящие кандидатуры и с ними будет заключаться договор. А второй человек — это инженер этого проекта. Четкие у нас критерии, что это должен быть инженер, желательно строитель. Тут знание английского языка желаемо, но можно и нет. Потому что это тот человек, который будет конкретно работать с подрядчиками. Вот эти две вакансии, еще раз подчеркиваю, они будут финансироваться за счет вот этих грантовских денег и на весь срок реализации проекта. Поэтому в течение двух недель, еще раз обращаюсь, прошу 212-ю комнату приносить резюме или по электронной почте. Объявление это размещено на сайте городского совета и рассылка сделана средством массовой информации.